Всем привет! Вы на канале Надя Стар, и если что, это не моя ось. Я сейчас не буду показывать мою ось, я ее немного изменила. Ну, не немного, я ее поменяла. И, короче, я записывала видео, делала персонажа, точнее, ну не совсем персонажа, одевала, типа хотела показать кое-что. И у меня просто, вот видите, эту оранжевую штуку, ее просто не было. Мне пришлось заново заходить в приложение. И теперь я по-другому снимаю. Сегодня мы будем делать типа типа, ну, я хотела вам показать в Гача Клуб, хочу показать, как сделать так, чтобы они, ну, нормально обнимались, но вначале одежду я хочу тебе показать, вот, на ос, какую мне одеть. Вот, допустим, эту, если следующую одежду, если выбрать, то в ней я буду выглядеть как-то так. Ну да, в принципе. И еще можно эту, типа костюм ведьмочки, какие тут, я просто почти все переделала. Я крылья не сделала, я хочу крылья просто. I'm sorry, 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 sorry. Так, крылья черные. И позу давайте поставим нормально, чтобы было видно крылья. Вот, я даже к этой ос сделала глаза, там рот, очки сделала. Ну, глаза, потому что мне очень нравится эта идея. И посредине ролика, как всегда, реклама. Ну, в ней я буду выглядеть как-то... Ну вот, точно. Окей, ну с этой девкой я буду выглядеть как-то так. Ну, как вам? Вот сейчас я буду вам показывать, как сделать, типа, чтобы обнимались они. I'm sorry. Так, возьмем этого персонажа ненужного нифига. Допустим, сделаем, давайте-ка здесь. Ой, как сейчас начнется персонажа выдумывать какого-нибудь. Окей, ну давайте просто этого. Так. Ладно. Вообще, тут удобнее, потому что как бы в Gacha Life, там Gacha Club, в Gacha Life выглядело это как-то, ну... В Gacha Life это выглядело как-то так, а то и вообще... Вообще все время выглядело вот так, ну, во многих мини-фильмах. Ой, они как-то так... Как-то так, типа, обнимались, не знаю, мне кажется, они просто за руки держатся, пытаются не упасть где-то. Но сейчас я вам покажу, как можно спокойно сделать, чтобы они нормально улыбались. Так, берем персонажа, который... улыбались, обнимались. Берем персонажа, который будет обнимать, допустим, будет обнимать вот мою ос. Вот. Ставим ему эту позицию и делаем точно такого же персонажа. Но вообще вот у этого персонажа заходим в другое, дальше эффект, нет, дальше хайд. И вот сейчас убираем полностью эту руку. Полностью выбираем, а у другого персонажа вы можете сделать просто эту руку, которая будет у него, типа, и все остальное можете не переделывать, если вы, ну, короче, вы поняли. И оставить надо только эту руку. Тоже другое, хайд. Просто оставить эту руку и все остальное отключить. Так. Дальше заходим в студию. Берем этого персонажа, второго, девочку. Девочку ставим сюда, вот сюда. Этого пока отложим ненадолго. Дальше тут вот делаем так, чтобы она была типа... У него в руке.
И дальше второго персонажа подставляем к нему руку. Так, ее сделаем, руку сделаем поменьше. Вот так вот подставляй. Не больше. Подставляем. И вот они обнимаются. Боже, как это мило очень. О боже, как это мило, я не могу. Ну вот я, можно сказать, уже вам реклама посреди ролика, ну как всегда. Вам это все типа, ну, показала уже. А вы выбираете вот по цифре 1 одежду горничной. А нет, просто пишите, чем лучше. Горничная или, ну, ведьмочка. Ну, на сегодня всех люблю. Всем пока-пока.